Кошмар. Я не ожидала. Мы можем поехать 11-30. Ну так мы так и решили, потому что иначе еще тут нечего делать совсем. Стоять на холоде. Нет, там понятно. Вон там люди еще, по-моему, с озера, с той стороны идут. Ну, идет ко мне, ты посмотри, снимайся, иди, моя умница. Здесь даже качка и то русский язык знает, они не могут выучить. Мы должны напрягаться за свои же деньги. Иди, моя маленькая. Иди, моя, иди, моя. Ты помельче, а то не давится. Иди, моя умница, иди ко мне. Вот зайди, да, вот здесь вот, ты протянешь. Иди, моя умница. Иди, моя умница. Молодец. Там скользко. Ну иди. Видишь, там скользко. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Иди, моя умница. Так. Хорошо. Иди, последний кусочек. Хватит. Иди, последний кусочек. Ну иди ко мне. Ой, за палец ты мне не хватает. Мне еще палец нужен. Ну, иди, моя умница. А вот там, да, вот, разговаривает. Она там подберет сейчас. Паника, да? Ну иди. Это они же. Паника, ну что же такое-то? Ну так бежала, ну так бежала. Ну что же такое-то? Скажи, ну это наказание. Ой! Ну, да. Ты ее потрогай. Что ты мне падаешь? Ну иди, иди. Мы поняли, что мы уже да, больше. Надо уходить, а то придут, сейчас опять кричать будут. Вон они плывут сюда. Вон они сюда плывут. Пройдемся по времени, чтобы. Ох, да чё, вообще немножко похоже на даже на Валаам, ты не находишь? Да. Вот да. Это места вот эти вот там с такими же островками. Флора и сауна. Флора и сауна. Флора при сауне. Да, при сауне. Или Андерген. А, Андерген. Guten Tag. Guten Tag. So, so. так. So, so. ты моя прелесть. Зачем? Так, а вот той, вот и вот этой-то не зелененькой. Дай, вот селезень, ну. Давай, давай. Нет. Это наглушка. Наглушка, действительно. Не видит. Иди, иди туда. Иди. Здесь такие древние. Кто-то не хотел сюда ехать. 16-й год, представляешь? Тут себе? 16. И там. Вот отсюда, Андрей. Очень хорошо, вот отсюда. Немножечко. Прожил. У нас на Соколе он знакомый, 100 лет прожил. Где радиация и все это. Да. Вон бегут уже снова сюда. Уже под мольбертом. Все повыкорчевывало. Угу. Камни какие-то, как топ-припад какой-то был. Видела не в жизни. И она тоже
без хвоста идет сюда. Ты моя лапочка, это типа что-то такое. Да? И она тоже с перепонками выплыла. Приехали в Рамзау. Снова дождь пошел. Сколько эти торты можно? Да, можно посмотреть, спуститься. Хочешь спуститься? А? Наверное, ветры большие внимательно очень смотрю.
вокзал в Зальцбурге. Зальцбург, крепость. Мирабель Плац. Ну да. Так, давайте это самое, я сниму. Парк Мирабель. Таня. Свадебная пара. Мы пишем из разных стран. Пианисты, угу. Из Израиля, там из... Отвернулась. Ну, я не знаю. Я уже сфотографировал. Сейчас еще один кадр. Да. Профессор Смирнова, да. Мирабель. Да. Да. Я вот так вот фотографирую вьетнамскую, она раз остановит, а я на видео раз. Как национальная одежда, как она так преображает. Плохо видно. Андрей, вот вроде бы это хороший памятник. Можно сколько тут? Свет. Вот. Пять. Kleine. Noch? Aber nicht. Sie sind so billig. Ich sehe gerade 5 Euro. Исыкун у него. А? Исыкун так на бок. Ну да, да. Вылез. Вы здесь же были, вот, сюда. Вылез.
Вот дом мотор. Дом, где родился Моц. Все, и вы становитесь. А где вы? Помаши ручкой. Пошли. А где Андрей? Ушел уже? Че, да? А, так. На, выключи. Thank you.
Мы выходим к Зальцу. Крепость. Через сон. Да. Сейчас перейдем через этот мостик, угу. Да, посмотрим, что там. Зальц. Знаешь, вот это вот здесь, например, там, ну, конечно, не такой мост, но напоминает... Чуть-чуть шире. Давай я сниму сейчас. Дай мне второй голос, нет? Вид с птичьего полета. Зальц. Улочки Зальцбурга. Привезли в этого. Ну, кружечки для кофе точно такие. Да. Здесь. Металл не другой. Ну, вот металл плац. Прям на дворе построены дома. Ведь когда их построили? Зальцбург. Последние кадры. Угу, хорошо. Давай. Сюда посмотри. В парке Мирабель. На родине Моцарта в Зальцбурге. Такой изумительно красивый парк. Сад Мирабели. Даже если не знает, в магазине это уж как закон. Ну вот с этого начинается. Как театр свешил, так пожелать здоровья друг другу.
Это глубокий смысл. Ну, еще один маленький вопрос, я у вас это самое спрашиваю. Все, вы уже можете вас задержим, там это задержать. Хочется ее это самое применять. А вы уже здесь все-таки недельку пробыли? Нет, билеты, да? Проездную карту. В смысле, проездную. А, проездной билетик. Да, 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 это да. Очень нет, выгодно. Взяла, это надо вам. Завтра, я, честно говоря, не хочу ехать, кроме Зальцбурга, никуда. Святой Варфоломей. По дороге мне встретилась змея. Озеро Кёнигзе. Да, тупик. Дальше дороги нет. Горный ручей в лесах Баварии. Канатная дорога. Окрестности Кёнигзе. Я обратно вернулся. Кёнигзе вытекает река. Начинает свой долгий путь.
Местечко Шанау на юге Баварии, около озера Кёнигзе. Снова погода портится. Мы приехали в город Бад Вайсенхат. Ходим вокруг особняков. А если не просто? Так хорошо. Задолго горят. Недолго, да. Какие сделали? Не наживали. А мы не могли. Как-то она так сказала, и что. Ставни просто закрыли. Так, сейчас, наверное, как интересно. Нет, это не часы, а это показатель месяца. Тройно раньше так строили. Да, все во дворе. Вот этот внутренний двор. Остальные службы. И все они там жили, располагались. Брутенштайн город. Бург Брутенштайн. Эрсте Бург. Стоял здесь первый город, вот который в 1596 году принадлежал как бы Зальцбургу, этот город. А в 1219 году. Ну там сооружён. Вот ту сторону вот мы еще не видим, вот которая там была. А вот здесь. И даже поэтому. А вас лайн что это? Nach einem Gemälde von
соляные шары. Уже горы на нашем уровне. Музей соли. Пушная площадь. Один евро. Хочешь? Одно евро. Да, это не очень. А три за пять. Роскошь какая. А вон у тебя-то. Смотри. Трынквасер. Бюргер. Какой-то писатель. Что, да, писатель, да. Аромат от каких-то цветов. Запомнить мелодию. Да. Меньше.
пуховое одеяло. А? Все, сегодня мы уезжаем домой. Соловушка поет и поет. Как ты нравилась. Все, дожди, дожди и непогода. Все равно прекрасно. Бавария. Все, наше путешествие в Альпах. У нас там тоже есть, между прочим. Да, ты смотри за сумками. Я грыз, а тут никто ничего не возьмет. Для собак все предусмотрено. Супермаркет. Но есть еще Геркулес-зал, известный Геркулес-зал, да, это большой зал. Ну, солнышко, боже. Вот смотри, это украинская кера. Украинская? Да. Это интересно. Да? Ну, интересно, подожди. Вот мы и в Мюнхене. Мы-то раз, пойдем туда, да?